Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем E-Race под землей. Тречок, который выходил в эту пятницу, к сожалению, я его пропустил, и в голосовалку он не попал. У нас каждую пятницу голосовалки, но вот этот трек как бы не попал, поэтому автоматом ноль, такие вот правила, к сожалению. Соответственно, если вы хотите видеть любых участников Трихардс раньше, чем они выходят, то подписывайтесь на Телеграм и, ну, голосуйте за них, потому что, ну, E-Race, как бы, это исключение, да, что вот он не попал, вообще он, как бы, в следующий раз будет попадать, это вот не переживайте, все будет норм. Да, давненько не слышали участников Трихардс, что вообще последнее выходило? У Скетча, да? У Скетча, ладно. А вот до этого что там было? До этого у Вики, может, максимум, да, что-то было. В общем, как-то так. Давайте посмотрим. E-Race сам писал, да, хотел реакцию, поэтому я надеюсь, ты это смотришь. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот. Интересно, в прошлый раз слушал трек «Сирень», он мне не очень зашел, сейчас посмотрим. Не забывайте еще про Twitch, на него тоже подпишитесь, потому что у нас тут с ребятами, во-первых, прогнозик, где в Рейза никто не верит, ну и плюс мы с ребятами общаемся. Да, let's go, я думаю, мы можем начинать. 18 прослушек. Unlock, слушаем. С тобой до конца самый красивый цветок. Но каков итог? Я гнию под землей. Я бы хотел бы с тобой до конца самый красивый цветок. Но каков итог? Я гнию под землей. Нихуя себе. Охуенный инструментал вот этот. Голос охуенно засэмплирован. Внутри сажа. Я бы хотел бы с тобой до конца самый красивый цветок. Бля, ну интересно, окей. Я гнию под землей. Я бы хотел бы с тобой до конца самый красивый цветок. Но каков итог? Я гнию под землей. Хорошо. Допустим. Допустим. Это неплохо. Это имеет свою идею. Очень отлично. Мне понравилось сэмплирование голоса. Инструментал был тут ебейший. А в целом трек достаточно ровно. Достаточно вторично, я бы сказал. Не самый лучший трек от вообще в целом участников Трихардс. Потому что здесь нет ничего особо ёбнутого, кроме вот этого момента с сэмплом голоса. Что касается вот работы артиста, вот ничего прям такого нету. Вау-эффекта ничего не вызывает. Просто норм, ровно, неплохо. Можно как будто добавить в плейлист фрешменов. Что думаете? Или нет? Кстати, еще над Лави тоже можно было подумать, но там вроде особо ничего такого не было. У Лави тоже можно было что-нибудь в фрешмен добавить. Нет? Ну, окей. Окей. Да, я думаю, что это проходняк. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.